I want to break free. После выступления творческих коллективов города на сцену к зрителям вышла звезда читинского рок-н-ролла Гор Испирян. Певец решил не мелочиться и на юбилей города исполнил несколько авторских песен, которые увидят свет только в конце лета. Все для тебя, ты лучше всех. Мое обращение к городу было как раз таким, что вы меня знаете как участника шоу «Голос», и похоже, что вы меня плохо знаете. Я это очень хорошо вижу у себя в соцсетях и все такое. Поэтому я здесь сказал, давайте познакомимся заново через мои песни. Поэтому была такая идея показать в первую очередь свой авторский материал. Как вам реакция читинцев? Офигительная, извините за выражение, как всегда. Затем внимание зрителей приковал к себе читинец Артем Просков, лидер группы «Джаями». Не обошлось без моря интерактива со зрителями и зажигательных песен, которые известны почти каждому, кто пришел на концерт. Артема пришли поддержать и послушать не только 10 тысяч горожан, но и его бабушка с дедушкой. Они стараются не пропускать ни одного выступления внука. Просто слов нет. Поаплодируйте. Мы любим его. Вы любите его? Конечно. Мы на все концерты его ходим. Слышно, да? Болеем, не болеем, все равно идем. Споем тут одну легендарную песню. Я твоя подружка. Как минимум еще двум читинцам день города запомнится навсегда. Молодой человек во время выступления «Джаями» ловко перехватил микрофон и сделал предложение своей девушке. Даня, что сказала она? Да. Она сказала «Да, друзья!» Это у нас первый раз на концерте, чтобы парень, девушка сделал предложение. Ну, я сразу же согласился, потому что это что-то такое волшебное. Это же про любовь, про чувства, про настоящие. Дай бог, чтобы они долго были вместе. На этом праздник не закончился, а только начал набирать обороты. Читинцы дождались главных гостей вечера. Галибри и Мавик прилетели из Москвы, чтобы лично порадовать фанатов своими песнями. После выступления зрители поделились своими впечатлениями и остались ждать певцов, чтобы сфотографироваться на память. Это был самый лучший концерт в моей жизни. Да. Я бы посвятил ему всю свою жизнь. Такой же крутой, как в прошлом году с Хабибом. Все круто было. Еще круче. Однако звездные артисты общаться со СМИ и поздравить город на камеру отказались, без объяснения причин. Зато грандиозный вечер завершила премьера клипа «Точилка» на известную песню про читу. Григорий Анипер, Павел Карпов, РТК «Забайкалье».